Всем привет! Бой на провинции. На легком танке Т-21. И сейчас покажу, как светить с верхнего респа. Эта точка полезна для многих ЛБЗшек, там где нужно, допустим, обнаружить противника, оставаясь незамеченным и так далее и тому подобное. Или просто насветить очень много. Сразу показываю своей команде, чтобы они туда зацелили. С этого респа на спуске есть куст, который вы встаете и вы показываете всю перекатку. Плюс, если будут выстрелы с базы, вот отсюда из кустов, где стоят обычно много ПТ-шек, вы тоже их всех засветите, но только при выстреле. Какая опасность здесь есть? Это первое. Не такая сильная, если танк вместо того, чтобы поехать сюда наверх, они развернутся и поедут к вам. Бывает 1-2 танка едут. Вот сейчас один при выстреле засветилась вот эта вся группа. Танк не поворачивает наверх, а едет к вам. Его здесь уже прострелить никто не может. Только отсюда, если стоят у вас союзники. С базы вас никак уже не прикроет, арта вас тоже никак не прикроет. Поэтому, если вы увидите, что танк к вам поднимается, сразу убегайте. Вот, например, А-44 я сейчас начал агрессировать. Я сейчас отсвечиваюсь и убегаю на другой фланг, потому что все, что здесь можно было показать по прокатке, я уже показал. И поэтому едем светить другой фланг. Сначала я чекаю, может быть, здесь как-то удастся. Но нет, тут можно посветить, если вы прям активно-активно давите всей командой. То есть, если вы не один здесь спускаетесь по этому спуску, а вас едет несколько, то да, тут вы тогда уже можете в наглую уже прям сразу же туда перейти на их сторону. Но так как мои пацаны в итоге стоят с этой толпой на базе, то переключаемся на подсвет стоящих чуваков на их стороне. Отсвечиваемся от арты. Вот здесь самое опасное место, это вот это вот. Вот сейчас вот это вот. Потому что вот отсюда, вот с этих кустов, вы при прокатке вы будете светиться. И поэтому здесь нужно очень быстренько добегать. Вот до этого камня, где я сейчас стою. К сожалению, я здесь обнаружил АИшку. Неожиданно стоячую, вообще непонятно в каком месте.
И зацелился от нее, но не зацелился от Т-28, который стоит вот здесь вот. Может быть, нужно было сюда встать. Ну, вполне возможно. Может быть. Но я не успел сообразить здесь. Плюс, возможно, вполне живучая позиция. Это вот сюда сразу пожимать. Сюда сразу пожимать, возможно. Тоже, на самом деле, лучший вариант. Но вот сюда, как я вот еду дальше, агрессировать, да, можно только в том случае, если у вас отжата вот эта вот часть. То есть, если здесь есть противники, если вы знаете, что здесь точно есть противники, вот сюда, вот куда я приехал, поджимать нельзя ни в коем случае, потому что вас вот отсюда, вот К9, К0, вас просто в боковину, просто в ноль убьют. Я просто сыграл уже в агрессию очень, очень сильно, потому что, ну, здесь уже была вся наша сторона полностью. Обычно они здесь сидят до конца, и поэтому взламывать надо здесь будет. Ну, более аккуратно. Я здесь, конечно, перебрал с агрессией, но можно было еще больше засветить. Но получилось, как получилось. Небольшую перекрестку залез. Вот так примерно светится карта провинция. Насветили мы на мастера. Смотрим результаты. Мастер заодно взял три отметки. Там дозорного, разведчика, я так понимаю. Далее. 4800 на свет на шестом уровне. Вполне себе неплохо. Т21 один из лучших ЛТ шестого уровня. Я бы даже сказал лучше. Что касается обзора, он самый лучший ЛТшка на самом деле. Самый сильный. И поэтому, если даже поставить на него боновую оптику, например, то он будет вообще очень силен и опасен. То есть у него даже без боновой оптики, у него сейчас обзор постоянный 483. Поэтому не добиться ни одной ЛТшки другой. Поэтому на других у меня только игра с рогами. А эта ЛТшка позволяет играть с оптикой. Плюс 43% незаметности при маскировочной сетке. Я играю на маскировочной сетке, потому что на низких уровнях очень-очень важно иметь маскировку. Потому что у кого-то плохой экипаж, у кого-то танк с плохим обзором. И на низких уровнях маскировка, она реально решает. В итоге 1144 опыта, 2 медальки. Мы в топе по опыту. Вот такой бой. Всем удачи!